узбекского файтера. Слушай, но раунд потихонечку Донченко забирает. Поджимает, как бы, указал, знаешь, подбирает луки. Ключи. Клинч. Первый и клинч во втором раунде. Вяжется в борьбе Амирхон. Зачем он это делает, не совсем понятно. Попытка тейкдауна. Что это было? После удара несколько лансей, да? Хороших от Донченко. Близок к досрочной победе, так понимаю. Нет. Садится в маунт. Вот пропускает это, да. Маунт. Данил Донченко может сейчас закончить этот поединок во втором раунде. Пропускает, Малдонаров поворачивается спиной. В глухой защите находится, в пассивной защите Амирхон Алихужаев. Необходимо двигаться, иначе Рейтман сейчас остановит поединок. Данил Донченко одерживает досрочную победу во втором раунде. Даниэль Донченко!